Вечером у нас было очень крутое событие. У нас был тимбилдинг, мы с ребятами играли, поделились на три команды. Выполняли разные задания, волновались, ну, было классно. В общем, это нас очень сильно сплотило. И в первый день уже создается такое ощущение, как будто мы знаем друг друга целый год. И я с нетерпением жду, что же будет дальше. Очень надеюсь, что следующие дни будут такие же плодотворные, что я узнаю много нового. И честно, я написала, что хочу узнать, как я могу помочь, способствовать предотвращению торговли людьми. Это интересно, и об этом нужно рассказывать. С моей позиции активной в жизни, я знаю, что я могу поделиться полученными знаниями со студентами своего вуза.